Сначала хорошая новость. В мире все отлично. В России идет гражданская война. Проправительственные силы против сепаратистов. На карту поставлено 15 тысяч ядерных боеголовок. Очередной рабочий день. Халед Аль-Асад в настоящее время является вторым по влиятельности человеком на Ближнем Востоке. Ходят слухи, что он намерен стать первым. Наша разведка следит за ним. А плохая новость? Сегодня к нам присоединился новичок. Его зовут Соуп. Рад тебя видеть, дружище. Возьми из арсенала винтовку. Ты знаешь, что делать. Отправляйся на первую позицию. Прицелься и стреляй по мишеням. Чудесно. Теперь стреляй по мишеням от бедра. Прицелься в мишень, Соуп. Отлично. Теперь стреляй по каждой мишени, целясь через прицел. Теперь я закрою мишень фанерой. Пули пробивают дерево, гипс, листовой металл и другие непрочные материалы. Ты должен попасть в цель, пробив фанеру. Отлично! Мишени будут появляться по очереди. Сбивай их все как можно быстрее. Отлично, дружище. Теперь возьми из арсенала пистолет. Хорошо, теперь переключайся на винтовку. Теперь возьми в руки пистолет. Запомни, быстрее переключиться на пистолет, чем перезарядить винтовку. Вытащить нож можно гораздо быстрее, чем переключиться на пистолет. Ударь ножом по арбузу. Отлично. Теперь ты гроза всех фруктов. Капитан Прайс желает тебя видеть. Он новичок, сэр. Полегче с ним, сэр. Он первый день на службе. Да, что у тебя за имя такое дурацкое? Соуп. Пора проверить твои навыки ближнего боя. Всем остальным покинуть зону. Теперь ты должен спуститься с борта менее чем за 60 секунд. Рекордсмен у нас Газ. Он это сделал за 19 секунд. Удачи. Заберись по той лестнице.
Бери МП-5 и 4 световых гранаты. Соуп, переключайся на МП-5. По моему сигналу, ты должен спуститься на платформу и тут же побежать на первую позицию. После этого ты спустишься по лестнице ко второй позиции. Затем переходи на третью и четвертую позиции и следуй моим инструкциям. Как только будешь готов, хватай веревку. Вперед! Огонь по мишеням! На вторую позицию! Огонь по мишеням! Гранату через дверь! Гранату через дверь! На третью позицию! Еще раз! На третью позицию! На третью позицию! Еще раз! На третью позицию! На третью позицию! Еще раз! Гранату через дверь! Гранату через дверь! На четвертую! Огонь по мишеням! На пятую пошел! Слишком медленно! Пошел! Огонь по мишеням! На вторую позицию! Стреляй по мишеням! Гранату через дверь! На четвертую! Огонь по мишеням! На пятую пошел! Стреляй по мишеням! Ты пропустил одну мишень! На шестую! Гранату через дверь! Гранату через дверь! Гранату через дверь! Огонь по мишеням! Огонь по второй мишени! На конечную позицию! Беги до финиша! Неплохо, Соуп. Но можно было и лучше. Если хочешь попробовать еще раз, забирайся по лестнице. Или подойди к мониторам, чтобы узнать результаты. Господа, нам предстоит десантная операция. Всем приготовиться. Вылет в 02.00. Вольно. Группа B. Все данные об этой операции мы получили от наших регионов России. Посылка находится на борту грузового судна. Эстонский регистрационный номер 527-75. Экипаж небольшой. На борту будет охрана. Правила применения силы? Экипаж разрешено регулировать.
База, говорит Молот 2-4, видим цель. Расчетное время прибытия 60 секунд. Вас понял, 2-4. Тридцать секунд, темнеет. Десять секунд. Проверка связи, переходим на шифрованный канал. Оружие к бою! Огонь по усмотрению! На мостике чисто. Не стрелять! Газ, оставайся на борту, пока мы не расчистим палубу. Прием! Вас понял. Все ко мне! На лестнице чисто! Оружие. Да, в коридоре все чисто! Спи спокойно. В жилых отсеках чисто. Идем дальше. По фронту на палубе чисто. По сигналу вперед. Готов, сэр. Рассредоточиться. Дистанция 3 метра. Двое на платформе. Я их вижу. Огонь по усмотрению. Вас понял. Цель нейтрализована. Террорист нейтрализован. У нас гости. Молот 2-4, террористы на втором этаже. Вас понял. Б-6, Молот кончает топливо. Мы уходим. Орлан будет на станции для эвакуации через 10 минут. Вас понял, Молот. Окров, Гриффин, прикройте. Остальные за мной. Вас понял. Это я приберегу для более близкого знакомства. Золотые слова, дружище. По моему сигналу, пошли! Проверить углы! Проверить углы! Проверить углы! Проверить углы! Слева все чисто. Справа все чисто. В коридоре все чисто. Идем дальше. На лестнице чисто. Движение справа. Террорист нейтрализован. В коридоре все чисто! Проверить углы! Проверить углы! Слева все чисто! Готов, сэр! Идем дальше! Ждать моего сигнала! Жду приказа! Вспышка! Пошли! На помосте чисто! Я прикрою, давай наверх! Все ко мне! Террористов не видно. По фронту. Идем дальше. Так держать. Газ справа. Выполняю. Быть на чеку. Готов, сэр. Пошли! Слева чисто. Пошли! Движение справа. Идем дальше. Все чисто. Пошли!
Справа все чисто. Слева все чисто. Быть начеку. Ждать моего сигнала. Первый готов. Второй готов. По моему сигналу пошли. База говорит Б-6. Мы нашли объект. Посылка готова к транспортировке. Нет времени, Б-6. К вам приближаются два летательных аппарата. Наверняка Миги. Нам лучше уходить. Суп, хватай декларацию из ящика, быстро! Так, всем на палубу, бегом марш! Внимание, Гриффин! Доложите обстановку! Уже вертолеты, сэр! Против... Б-6, как слышите? Б-6, доложите обстановку! Что это было? Корабль тонет! Пора уходить быстрее! Отвечайте, черт возьми! Орлан говорит Б-6! Мы выходим! Всем приготовиться! Уходим! А помосты! Живо, живо, живо! Шевелите задницами! Пошли! Приготовиться выходить! Пошли! Осторожно! Пошли! Пошли! Пошевеливайте! Уходим! Давай, давай! Следите за трубами! Отвечай, Б-6! Где ты, черт тебя дери? Ждите сигнала! Мы почти на месте! Куда? Где вертолет? Направо! Направо! Время на исходе! Давайте уходим! Шевелитесь! Быстрее! Прыгай! Поймал! Все на борту! Уходим! Вас понял, сматываемся отсюда. База, докладывает Орлан. Посылку забрали, возвращаемся на базу. Конец связи.
الاليسار حان الوقت لإلقاء قوتنا الحقيقية. إنهم يستهينون بعزيمتنا. دعونا نريهم أننا لا نهابهم. كشعب واحد سنحرر اخواننا من طغيان النفوذ الاجنبي. جيوشنا قوية وقضيتنا عادلة. بينما اتحدث معكم الان تقترب محاصيل جيوشنا من اهدافها لكي تحقق لنا النصر ونحرر امتنا العزيزه مره اخرى. هكذا ابتدأت. Капитан Прайс. Аль-Ассад только что казнил президента Аль-Фулани в прямом эфире Центрального канала. У американцев свои планы насчет Аль-Ассада. Аль-Фулани уже ничем не поможешь. Менее чем через 3 часа в России будет казнен объект под кодовым именем Николай. Николай? Николай наш шпион в лагере сепаратистов. Именно он передал нам данные перед десантной операцией. Николай сейчас в аду. Проводим его. Мы позаботимся о наших друзьях. Уходим.
Лоялисты ждут нас в полукилометре к северу. Выходим. Лоялисты, да? Это кто, хорошие русские или плохие русские? Ну, открывать огонь при виде нас они не станут, если ты об этом. Я не против, сэр. Огонь по усмотрению! Цель нейтрализована. Отлично. Впереди будут еще патрульные пункты. Комаров со своими людьми будет ждать нас в поле на северо-запад. Хотя точное время и место вторжения... Соул, установи мины у двери, а затем привлеки их внимание. Ты чуешь газ? Да, Комаров. Добро пожаловать в новую Россию, капитан Прайс. Где цель, Комаров? Мы должны разыскать информатора. Сепаратисты вывели БМ-21 с другой стороны холма. Они уже уничтожили сотни мирных жителей в той долине. Не так быстро. Помнишь Бейрут? Похоже, я твой должник. Еще бы, черт возьми. Ваня, подходи и приготовься к атаке. По моему сигналу. Сюда. Отсюда ваши снайперы смогут прикрыть моих ребят. Группу на позиции. Газ, вы прикроете левый фланг. Вас понял. Прикрою левый фланг. Соу, бери снайперку. Соу, нейтрализуй пулеметчиков Фокнер, чтобы люди Комарова могли приступить к штурму. Соуп, нейтрализуй пулеметчиков в окнах. 60 градусов слева. Стреляй по второму пулеметчику через стену! Отличный. Черт! Ничего не говорил о вертолетах, Комаров. Здесь не будет. Мы должны защитить моих людей от вертолетов. Сюда! Быстрее, Комаров! Мне нужен этот шпион! Тебе не о чем беспокоиться, капитан. Уничтожим БМ-21 и прорвемся напрямую к этому твоему шпиону. Доложите обстановку. Сколько еще времени тебе нужно? Хорошо. Ладно. Я их задержу. Пока нет.
Сэр, у нас гости. Приближаются вертолеты. Помогите прикрыть их с утеса. Где наш шпион? Время на исходе. Помогите. Чем ближе мои люди подберутся к деревне, тем больше у нас шансов спасти вашего шпиона. Отлично. Хоть какой-то успех. Теперь за мной к электростанции. Все. Начался окончательный штурм. Если... Довольно! Где этот шпион? Ты что делаешь? С ума сошел? Где Каким он? Кем себя возомнил? В доме. В доме на северо-восточном краю деревни. Не так уж сложно было, правда? Теперь в угол. Сол, газ. Мы должны добраться до того дома, прежде чем со шпионом что-то случится. Вперед!
еще? Надо спешить. Возможно, он еще жив. Газ, обойди здание, отключи электричество. СОБ за мной. Прибор ночного видения сильно облегчит задачу. Нейтрализуй их по-тихому. Саша! Ты там! Слава Богу! Так, атакуйте закрытие! Что вам нужно? Кто вы? Спецназ? Это он! Николай, ты в порядке? Идти сможешь? Да. Я и воевать смогу. Орлан говорит Б-6. Спасибо, что вытащили меня. Посылку забрали. Встречаемся на зоне посадки. Прием! Б-6, на связи Орлан. Мы в пути, конец связи. Пошли! Пошли! Заходим! Заходим!
Чисто! Джексон, занять позицию. Джексон! Бросай световую гранату! Около той разрушенной!
здание! Телевизионная станция заблокирована и окружена, сэр. Отлично! Занять позицию на прорыв. Осада, сэр. Хорошо. Десантники, заходим. Всем быть начеку. Thank you.
С тыла! Чисто! Его здесь нет. В комнате чисто. В эфир пущена запись. Она поставлена на повтор. Да. 1-0 в пользу военной разведки. Грикс, выключите это дерьмо! У меня все равно есть кое-что получше. Центр, говорит Красный Волк. На телестанции чисто. Аль-Асада нет. Передача шла в записи. Прием. О. Так точно. Вас понял, центр. Конец связи. Десантники, слушай меня. У нас новое задание. Быстро собраться и на выход. Вперед! Группа Ви-Пути! Пусть кабан ждет! Мы уже приближаемся! Конец связи!